Привет, меня зовут Иван Базанов, я, как всегда, расскажу, какой прошедшую неделю запомнили корреспонденты Соты. Сразу хочу извиниться за ошибку в предыдущем выпуске. Там я рассказывал про Николая Борисова из Воронежа, который на судебные заседания за свои антивоенные пикеты приходит в антивоенной же футболке. Я тогда сказал, что футболка эта настолько примелькалась, что ее уже никто не замечает. Николай сам предполагал, что ничего ему за это не будет, но мы оба ошибались. Не успел он оплатить один штраф, как над ним и его футболкой зависла туча нового модного приговора. Ну, так сотрудник, да, полиция? Да, сотрудник, она пошла. Вы прямо ждете. Здравствуйте. Здесь не София Михайловна, инспектор. Мы еще не посмотрели. Попроси ее показать. Со мной в отдел полиции в номер 6 выставление протокола по 20.3.3, часть 1, дискредитация российской армии. Девушка, в чем ваше нарушение? Ваше правонарушение заключается в том, что вы... дискредитировать российскую армию. Остальное я вам все объясню в отделе полиции номер 6. А вы за войну? Пойдемте со мной. Как ни старался корреспондент Соты выяснить у сотрудницы полиции, за что именно задерживают Николая, ведь Конституция дает ему полное право высказывать свою позицию, хоть и антивоенную, и какое ее сотруднице мнение по этому вопросу, ответа не последовало. Так и шли по Воронежу молчаливой антивоенной демонстрации сотрудница, Николай и его футболка. Ну, я думаю, через часика два, может быть, я выйду, все нормально будет. Очередной штраф. 40 минут у меня выпустят. Ждем, Николай. Продержали Николая действительно недолго. Опыт в оформлении у полицейских уже огромный. Это 7-й протокол о дискредитации армии активиста. 5 за пикеты с плакатами, еще 2 за футболки с антивоенными надписями. Но на этом административные дела заканчиваются. Дальше будут только уголовные. Завтра у меня апелляция, и после этого я уже не смогу выходить. Будет наступать уголовная ответственность. Я выбрал всю возможность выхода. И теперь, год после уплаты штрафов, я не смогу ничего говорить про свою позицию. Мне придется замолчать и только думать тихонько на кухне. Ну уж не знаю, насколько хватит такого человека, как Николай, сидеть молча на кухне, но хочется пожелать ему терпения. Лучше год просидеть на кухне, чем неопределенное количество лет за решеткой. Тем более, что вся страна с ним сидит на той же кухне, только без 7 административных дел за спиной. По крайней мере, ему будет не стыдно вспомнить, как прошли последние 1.5 года. Например, последний его пикет. Эта надпись обозначает, что лучше заниматься любовью, а не войной. Как думаешь, вообще вот за эту вот надпись, за любовь, за войну, что-нибудь сегодня тебе могут здесь задержать, нет? Абсолютно уверен, что задержат. Вопрос только когда. Ну, сколько простоишь, как думаешь? Может, 30 минут повезет. И с завтрашнего дня, пока я не оплачу штраф, год я не смогу высказывать свое мнение. Или у меня будет уголовная ответственность. Фраза «Make love, not war» – «Занимайся любовью, а не войной» – это строчка из песни Джона Леннона, ставшая антивоенным лозунгом времен Вьетнамской войны. Позднее ее использовали противники и других военных конфликтов – от Ирака до Ливии, но только в Воронеже. Полиция, бросив ловить всех воров и убийц, едва ли не с мигалкой несется задерживать опасного преступника с плакатом. Или, как выражаются сами полицейские, с плакатиком. Здравствуйте. Точно, полиция, могу. Что у вас, на плакате? Рекламируйте, грустно. Что вы нарушаете статью 20.3.3. Сейчас поедем в отдел полиции номер 6. Составим протокол. Все. Подождите, нет, представьтесь сначала. Нет, подождите, и покажите удостоверение. А вы не согласны, да? Я? Да. Я выполняю свою работу. Я тоже. Ну все. Ага. И снова корреспонденту Соты не удается узнать у полицейских их мнение. Согласны ли они с тем, что написано на плакате, или считают, что война все-таки лучше любви? Вот уже и вернувшиеся из Донецка военные говорят, что стыдно смотреть бабушкам в глаза. Приезжаешь в Северодонецк, к нему подходят бабушки и спрашивают: сынок, вы нас присоединили, вы нас освободили, от чего, скажите? От еды, от воды, от электричества? От чего вы нас освободили? Вы скажите, а мне, нам стыдно. Мы эту картошку раздаем, хочется быстрее, уже стыдно. Как будто это я, ну, в этом виноват лично.
Наверное, вы подумали, ну неужели начинают прозревать, но нет. Эти мужчины, которые пришли в суд поддержать Игоря Стрелкова на очередном продлении его ареста, жалеют не о самом факте развязанной войны, а о том, что сделали это слишком поздно. Чем раньше мы должны были зайти, зашли бы в 2014 году до Киева, и вопрос был бы решен. Поэтому приезжаешь на Донбасс, а люди спрашивают в Луганске и в Донецке, а что же вы нас присоединили только в 2022 году-то? А что вам мешало в 2014 нас присоединить-то? И мне нечего им ответить. Стрелкову Гиркину арест предсказуемо продлили до 18 декабря, что вызвало волну обсуждения среди немногочисленных сторонников у здания суда. Это слишком суровая мера, и тогда причина в их немногочисленности. Или наоборот, слишком мягкая, мог бы ведь и вместе с Пригожиным сейчас реку Стикс переплывать. Тогда это даже их немногочисленных власть испугалась. Тем временем в отделении партия «Яблоко» проводили аукцион в поддержку политических заключенных, может быть и Стрелкова в том числе, хотя я не уверен. Ксения Собчак пожертвовала картину кубинского художника Рене Пинья, она ушла с молотка за 313 тысяч рублей, а Саша Скочеленко авторскую книгу, написанную в стенах СИЗО, ее купили за 126 тысяч. Но самый главный лот был от Дмитрия Муратова, часы Михаила Горбачева. 260 тысяч, 270, 720 тысяч рублей, раз, 810 тысяч, раз, 1 рубль 250 тысяч. Друзья, часы Михаила Горбачева, которые он подарил Дмитрию Муратову, который в свою очередь передал их нам для того, чтобы мы поддержали восьмерых политических заключенных, продаются сегодня на аукционе в партии «Яблоко» за 1 рубль 600 тысяч. Прямо сейчас. Поздравляем. Спасибо. Невероятно, но в аукционе по поддержке политзаключенных приняли участие и сами политзаключенные. Горинов и Скочеленко пожертвовали личные вещи. Это, безусловно, поможет таким людям, как Игорь Барышников, например, из Калининграда, которого приговорили за фейки об армии к 7,5 годам тюрьмы, несмотря на его онкологию и больную мать. Ее, впрочем, уже не вернешь. Женщина скончалась сразу после приговора. Вадим Хайрулин, который собирается участвовать в его апелляции как общественный защитник, до сих пор надеется, что Игорю смягчат приговор. Игорь воспитывался в семье, где мама сама прошла эти ужасы войны. Вот. Его мама, да, была признана пострадавшей, узником Холокоста, получала компенсации из бюджета Германии. И, соответственно, Игорь, воспитанный в этой среде, не мог позволить нашей стране стать таким же многолетним потом плательщиком, жертвам агрессии. Ну и напоследок мнение простого москвича о грядущей волне мобилизации. Лесу без шакал никогда не бывает. Вы самый хороший знаете. Везде есть хороший, везде есть. Плохой нации нету. Я не нацист. Плохой люди есть. Семья без уродов не бывает никогда. Все, я так и знаю. Я надеюсь, скоро закончится война, все будут мирнее. Вот все. Золотые слова. Увидимся через неделю. Пока.